Лео Гиммельзон, русский, украинский, английский и немецкий поэт, золотое перо Руси. Отступали армии, устояли с Волгою и Берлин осилили. Поэма «Триада английских акросонетов». 9 мая 2008 года. Первый акросонет, первые буквы строк «Отступали армии». О чем сказал нещадный день июня? Трагедия, священная война. Сбегались в строй и зрелый муж, и юный. Тревога сердца верою полна. Уроком выпадали окруженья, пытаясь души паникой пугать. А Кремль надежду воплотил в решенье. Любимый край героями богат. И под Москвою брошен враг в нокдаун, а кладбище восприняло блицкриг. Размах ударов отменил гаданья, могучая радость, наступленья крик. Исчезни сумрак, но флажков иголки, испытывая нас, дошли до Волги. Второй акросонет, первые буквы 14 строк «Устояли с Волгою». Убрать пора взорвавшихся фашистов, со Сталинградом породнился мир. Тащи, зима, на поле кров пушистый, отчаянный мороз, заказ прими. Явился свету перелом событий, лихая ночь ползет, кусаясь прочь, и вдохновляет подвиг незабытый. Сынов свершенья ты, страна, пророчь. Весомый выступ наречен дугою. Обороняться, не шагать назад. Лети, стрела, не ведая покоя, готовясь дни на вечность нанизать. Оставив опыт пропастей расщелин, юла событий обрела вращенье. Третий акросонет, первые буквы 14 строк и Берлин осилили. Искореняйся, зверь, исчадье ада, берем свое сожженное дотла. Еще не праздник, даль видна парада, рубиновая звездочка светла. Лучись настрой, и твердый шаг печатай, и вихрем оккупантов след сметай, набат к делам, а край их непочатый, отечеству и орден, и медаль. Судьбой страдальцев милых одаряем, изобретаем к радости пути, листаем время, двери отворяем, и соловей в Берлине разбуди. Ласкают слух напевные обеты, исполненные зарево победы.